Они исполняют программу на музыку Рахманинова, вокалист. Вот это их амплуа, их стиль. И они верны себе. Обратите внимание, то, о чем я говорила, они демонстрируют сейчас вам в наивысшей степени. Впечатление, что все это настолько просто, легко. На самом деле это высочайшее мастерство, которое, так сказать, не всем подвластно. Они знают, зачем надели коньки. Знаете, они используют полностью площадку, используют наклоны, которые позволяют делать коньки, когда ты едешь на скорости. Они изумительно пользуются этим нашим замечательным оружием, коньками. Техника конька у них необыкновенная. Конечно же, одухотворенность. Уж Катя здесь не имеет равных.
удивительная пара. Вообще совершенно не верится, что у них уже взрослая дочь. Ну, не взрослая, конечно, но трехлетняя дочь. Когда смотришь на Катю, никак не можешь себе представить, что это возможно. Она сама выглядит какой-то удивительно юной, незащищенной, трогательной.